Эй, дружище, если ты успеешь поставить лайк и подписаться на мой канал за 3 секунды, то ты будешь учиться только на пятерке. Хей-йо, дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами снова я, SlikeMust, и у нас сегодня будет эволюция мультяшного кота. Мы сегодня, ребята, посмотрим, как Cartoon Cat меняется в течение его жизни, посмотрим на его жизненный цикл. Да, ребят, у нас сегодня будет еще одна новенькая эволюция ACP, точнее, это монстр Тревора Хендерсона, Cartoon Cat, мультяшный кот, и сейчас у вас на экране его первая стадия. Вот такой, да, ребят, маленький мультяшный кот, он только-только-только начинает расти, только-только-только начинает развиваться. Это подросток, мультяшный кот. Смотрите, у него, ребят, знаете, будто кидачки, прям самый настоящий подросток. Такой, смотрите, еще он худой, маленький. В общем, да, друзья, у нас сегодня будет эволюция этого ACP монстра Тревора Хендерсона, мультяшного кота. Конечно же, поддержите меня лайками, поддержите, друзья, эволюцию нашу сегодняшнюю лайкосиками вашими топовыми. С вас, друзья, 5000 лайков, если вы хотите больше эволюции монстров Тревора Хендерсона у меня на канале. Также оформляйте подписочку на мой канал, и мы, ребята, прямо сейчас же начинаем. Так, вот, кажется, смотрите, ребята, наша первая жертва, так. Вот, повредили, о, ребята, что произошло, тихо. Что-то, друзья, кажется, с нашим Cartoon Cat'ом немножко не то случилось. Бывает, ребята, такое. Это все-таки Брикрикс. Так, ну, есть, друзья, плюс один. Чтобы, ребят, эволюционировать, нам всего нужно сделать 7 киллов. У нас сегодня будет целых 4 стадии эволюции. И, ребят, каждая эволюция все больше, все сильнее и все круче предыдущей. Так, вот, ребят, смотрите, еще минус одна машинка. Видите, да, ребят, подросток крайне-крайне, он просто безумный, просто сумасшедший. Передвигается он, ребят, нереально быстро. Вообще, смотрите, ребят, без страха, без ничего он спокойно, легко передвигается и всех убивает. О, капец, он, ребят, бешеный, тихо. Очень, друзья, видите, бешеный, конечно, у нас. Так, а где машинка? Вот она, сиди-ка. Вот, я понял. Так. Нужно, ребят, максимально аккуратно передвигаться, а то можно немножко улететь в космос таким вот образом. Но! Есть, ребята. Есть. Еще. Сейчас будет, видимо, минус одна машина. Есть, друзья. Смотрите, она загорелась. Это уже тем временем плюс 3. Быстренько мы, кстати, справляемся с нашими машинами. О, спорткар. Смотрите, ребят, спорткар. О, машина, смотрите, с пулеметами. Но, офигеть. Тихо. Вы это видели? Мы, ребят, просто растоптали эту розовую тачку. Черный, смотрите, с пулеметами. Так, мужик, что у тебя пулеметы в машине, я не понял. Ментов, что ли, вызвать? А, он взорвался. Нифига себе, вы это, друзья, видели? Так, смотрите, вот, ребята, наша жертва. Так, какой-то, смотрите, гоночный автомобиль. Розового, кстати, снова цвета. А ну-ка, давайте мы, ребят, максималочку проверим. Ну, кстати, нифига себе, мы, конечно, ребят, передвигаемся. Но! По колесам прямо. И смотрите, ребят, просто берем этот гоночный автомобиль, уничтожаем. Вот, вот так вот. Эпично. Опа-на, смотрите. А это что? А это у нас, ребята, что такое? Так. Сколько мы там уже сделали киллов? Ай, опять смотрите, ребят, улетел. Что происходит? Ребята, какая-то у нас немножко не эволюция пум-кота, а эволюция какой-то летающей мыши и летающего кота, собственно. Короче, да, друзья, давайте буквально одну машинку мы сейчас еще уничтожим. И уже предлагают отправляться эволюционировать. Потому что, в принципе, мы, по-моему, уже уничтожили 7 машин. О, какая-то новенькая, минус. Красиво. И давайте, ребят, вот этого сидева быстрее за ним. Он, кстати, смотрите, переднеприводный. Мы ему, друзья, повредили только задние колеса. И он, смотрите, еще уезжает. Но! Короче, да, ребята, вот такой вот прикольный Cartoon Cat. Кстати, его построил, конечно же, Dark, как и все наши сегодняшние стадии эволюции, кроме одной. И давайте мы прямо сейчас же эволюционируем. Ну и смотрите, друзья, наша следующая стадия. Кстати, ее тоже построил Dark в одной из битв построек, где мы, ребят, строили мультяшных котов. Так, за одну минуту, за 5 и за 15, конечно же. И смотрите, ребята, что он построил. Вот такого просто мега эпичного мультяшного кота, Cartoon Cat'а. Огромного монстра Тревора Хендерсона. Но, нифига себе, капец. Вы знаете, такой типа идет обнимашки делать, а на самом деле убивает. А, что это? Машина с пушкой? Понял, принял. Меня, походу, друзья хотят убить. Так, а ну попади еще, давай, попади. Ах, ты ж засранец, я еще довольно-таки, ребята, быстрый, а теперь так еще и злой, но! Так, все, хотя бы, ребят, пулемет отбили, но, офигеть. Давайте, ребят, для эволюции нужно киллов так, наверное, 10 сделать, ну, потому что слишком легко играется за нашего Cartoon Cat'а. Он, ребят, видите, просто все живое убивает.
Так. Авария, смотрите, еще, друзья, произошла. Машина просто, смотрите, подлетела и улетела. Офигеть, что у нас в Бриксвилле вообще, друзья, происходит? Тихо, тихо, тихо. Все, опа-на, приветики. Кстати, да, ребят, помните то, что Cartoon Cat умеет телепортироваться? Думаю, никто этого не забыл. Убиваем, убиваем. Ребят, слишком, понимаете, мы слишком резкие, слишком быстрые. Буквально немножечко-немножечко начинаю как-то разгоняться. И я уже разгоняюсь просто до невероятных скоростей. Капец. Из-за этого бывает проблематично мне попадать по некоторым объектам, потому что кот слишком быстро на все реагирует. Слишком он, ребят, безумный. Все-таки подростковый, ребята, его период, видимо, еще не прошел до конца. И он, ребят, как был подростковый на стадии безумным и летающим по всей карте, таким, наверное, до сих пор и остался. Так, но, капец, ребята, просто что он делает? Ё-моё, так, еще, смотрите, вот вижу автомобиль. Уничтожаем этого. И давайте, давайте, давайте. Друзья, о, грузовик, грузовик, грузовик. Грузовик это, ребят, как раз то, что нам нужно. То, что нам нужно. Давайте, ребят, быстренько за грузовичком. Атакуем, атакуем его. Есть попадание. Так, машины все в сторону, машины все в сторону. Я еду за грузовиком. Ай, тихо, тихо. Лапой, ребят, смотрите, зацепились мы лапой. Так, 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 так. Повредили, повредили. И... давай, 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 уничтожай. Есть. Все, грузовик, ребят, тоже был уничтожен. Красиво, кстати, мы это довольно-таки, ребята, сделали, сделали, сделали. Практически, практически. Так, 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 так. Ребят, быстрее. Давайте за вот этим вот автомобилем. А, смотрите, он, ребят, уже уехал. Нифига себе, конечно, он быстрый. Так, смотрите, ребят, полицейские, полицейские прибыли. О, это как раз, ребят, то, чего нам не хватало. Но! Офигеть. Так, друзья, смотрите, вот еще одна машинка. Минус. О, это американская, американская. Да, прям, смотрите, мне, ребята, она заехала прям в мои лапы. Ладно, друзья, давайте мы сейчас буквально еще несколько машин уничтожим. Буквально 3 или 4. И уже можно отправляться эволюционировать. Смотрите, все хотят меня убить. Я ж как бы никакого зла никому не делал. Так, 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 так. Да ладно, как он, ребят, еще жил? Что? Что это сейчас было? Ладно, засчитываем. Так, какой-то, смотрите, друзья, трактор, трактор. Есть попадание. И добиваем его, конечно же. Все. Все, друзья, трактор, конечно же, уничтожен. Красиво мы это сделали. Слишком мы быстро убиваем машины. Слишком мы, в принципе, ребят, быстро со всеми разбираемся. О, военные, военные. Но! Нифига себе. Друзья, вы это видели? Военные ехали, просто, наверное, офигели от этого. Что у них летит гигантский огромный монстр. Наверное, высотой метров так 10. И врезается в них, еще и разрывает параллельно. С каких-то плазменных пушек, которые выстреливают прямо из его рта. Так, 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 вот. А, ребят, я понял. Наш подросток любил летать. И эта особь тоже. Очень даже, смотрите, любит полетать у нас. Нифига себе, куда мы, блин, улетели? Что это сейчас, друзья, было? Просто жесть. Так, ладно, ребят, давайте сейчас буквально еще тогда 2-3 машины, потому что, если честно, мне прям безумно почему-то понравился этот код. И в целом наша сегодняшняя эволюция. Не всегда так, ребят, бывает, что мне прям очень нравится монстр, очень-очень нравится за него играть. Вот, ребят, сегодня такой вот случай у нас. Вау, что произошло? Бревна какие-то, смотрите, ребят, лаганы, это ловушка, что ли, сипифонда какая-то. Так что давайте мы, ребят, немножечко задержимся, немножечко побольше сегодня поиграем, думаю, никто не будет против. Так, уничтожен. Я там, кажется, ребята, видел Хаммер ACP-фонда. Так, вот эту всю мелочь давайте мы даже, наверное, трогать особо не будем. О, вот-вот-вот, но есть. Все, уничтожен, друзья, джип ACP фонда. И буквально давайте мы, ребят, последнюю машину уничтожим. Смотрите, танк. Да ладно, друзья, уже танки, вы понимаете, за мной приезжают, но... Все. Короче, да, друзья, вот такой вот просто мега эпичный Cartoon Cat, мультяшный кот от Дарка. Вторая, друзья, стадия эволюции. И давайте мы прямо сейчас же превратимся в третью стадию эволюции. И, ребята, прям по полной поиграем. И, кстати, смотрите, еще один танчик. Получай! Все, готов. Есть пробитие. Ну и мы, друзья, только что эволюционировали в нашу третью стадию. Кстати, да, ребят, эту стадию построил уже не Дарк, а мой подписчик Кейплей. Так, ну а, ребят, четвертую стадию нашего гигантского мутанта-монстра. Cartoon Cat построил, конечно же, Дарк. Так, сейчас, друзья, посмотрим, на что этот монстр способен. Ох, сейчас, походу, друзья, будет у нас мясо, что-то мне кажется. Так, 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 ай-яй-яй-яй, тихо, тихо, тихо. Ребят, видите, он все так же любит попрыгать у нас, как и в две предыдущие его стадии.
Так, и смотрите, но нифига себе, неплохо, кстати, ребята. Очень даже неплохо. Мы уничтожили целый танк, буквально залпа. Буквально, ребят, немножко в него зажали. И, в принципе, танк уже минус. Ребят, смотрите, танки просто везде эти военные, капец. И слева, и справа, и спереди. Так. Но, получай. И все, друзья. Добиваем. Кстати, танчик, смотрите, довольно-таки прочный попался. Так, против нас. Так, ребят, этот танк минус. Готов. Так. Да ладно, танк, смотрите, ребят, еще стреляет. Нифига себе, давай. Так, ребята, все, мы добрались и до вот этого танка. Берем и все, уничтожили. Да, ребят, конечно, чем ты больше становишься, тем как бы ты сильнее, но при этом, с другой стороны, намного сложнее становится играть. Видите, да, ребят, все объекты становятся маленькие, и по ним довольно-таки становится сложно бывает попадать моментами. Так, еще минус один танчик. О, смотрите, скоро помощь приехала. Ну что, давайте, может, ее уничтожим? Так, скоро помощь, получай. Никого ты отсюда сегодня не заберешь. О, все, ребят, я разозрился на эти все танки. Так, на! О, он, ребят, смотрите, просто улетел куда-то. Так, на, получай. Есть, друзья, есть пробитие, есть повреждения. Так, танк уничтожен. Ребят, смотрите, еще один. Так, тихо. Спокойненько. Так, ребят, давайте этот уже поврежденный мы наконец-то добьем. А то что он здесь такой у нас? Хороший, до сих пор еще стреляет по мне. Так, получай, все. Еще, друзья, минус один танчик. По идее, мы уже, друзья, уничтожили целую огромную танковую армию. В принципе, наверное, практически все, друзья, танковую армию Бриксвилля. Так, еще, друзья, смотрите, минус один танк. Так, ребята, что вообще остается нам еще делать? Танки, в принципе, все уже уничтожены. Мы уже неплохо тогда сытились для эволюции. А кто еще там по мне стреляет? Кто? И откуда? Ребята, откуда по мне стреляют? А, вон, сбоку еще один. Сейчас, подожди. Видите, да, ребят, наш Cartoon Cat слишком большой. Слишком. Но, все. Танк, ребят, еще минус один. Главное, ребят, знаете что? Просто так вот долетаем, отрываем башню танку и, в принципе, его уничтожаем. Так. Друзья, смотрите, там танки прямо на небоскребах. Уничтожаем их. Так, минус один. И смотрите, друзья, минус второй. О, лаги, офигеть. Друзья, что, блин, просто происходит? О, смотрите, какая-то бронемашина приехала. Бронемашина. Так. Так, смотрите, ребята, еще один танчик. Так, сейчас быстренько давайте мы с ним, конечно же, разберемся. Ой, мы нечаянно наехали на него. В принципе, и такое, ребят, бывает. Танк уничтожен. Есть, готов. Так, вижу, друзья, смотрите, бронемашину. Еще смотрите, куда танк у нас сюда приехал. Так, бронемашина. Сейчас ты будешь уничтожена. Есть, друзья, попадание. Мы ее довольно-таки серьезно повредили. Тихо. Но! Капец, друзья, по мне смотрите, куда большой танк приехал и стреляет. Это не особо как бы хорошо. Ай, больно как бы. Реально, ребят, больно. Он по мне стреляет прям, знаете, прям по-настоящему. Но! Все. Все, друзья, танк еще минус один. Домами, главное их, ребят, просто, видите, приваливать домами. И они сами по себе уничтожаются довольно-таки легко. Так, ребят, короче, давайте быстренько уничтожаем последние все машины, танки. И уже можно отправляться эволюционировать. Ой-ой-ой-ой. Небоскреб тоже мы, ребят, уничтожили, он упал. Так, давайте вот этот бронеавтомобиль какой-то, который к нам сюда приехал. Так, вон, смотрите, ребят, вижу еще танки. Последние. Короче, ребят, все, последние два танка и... Но! Есть! Красиво. Еще, друзья, минус один. Так, давайте теперь вот этого. И, кстати, смотрите, тут еще один танчик у нас появился. Оу! Так. Ребят, видите бочку? Стреляем прям по этой бочке. Давай. Но! Друзья, прям смотрите, по бочке есть. Ну, короче, да, друзья, вот такая у нас сегодня получилась офигенская эволюция. Остается самая-самая финальная, последняя стадия. Давайте мы прямо сейчас же в нее эволюционируем. И, конечно же, добьем весь Бриксвиль. Ну и мы, друзья, только что эволюционировали в нашу максимальную стадию. Вы только посмотрите. Это гигантский Cartoon Cat. Огромный-огромный мутант. Огромный монстр Тревора Хендерсона. Просто посмотрите, ребята, на его размеры. У него целых 6 лап. Какой-то, смотрите, ребята, такой вот скелет у него. И голова сверху. Которая, кстати, похожа чем-то на Cartoon Cat оригинального. Но, конечно же, она очень-очень, ребят, сильно мутированная. И увидите, она просто огромная жесть, конечно.
Ротовой аппарат, это, ребят, какой-то огромный ротпожиратель, который плюется плазмой. Смотрите, друзья, просто что он делает, например, с БТРами, с танками, с машинами. Просто, видите, они, ребят, максимально быстро расплавляются и взрываются. Ну и, ребят, короче, давайте отправляемся прямо туда. Видите, там я вижу танки, военную всевозможную технику, полный вперед. Уничтожаем, ребят, просто все живое. Все, что только видим мы перед собой. Так. Уничтожаем. Капец. Просто смотрите себе, ребят, путь расчищаем потихонечку. Расчищаем себе путь. Ребят, смотрите, сколько военных сюда прибыло. Видимо, они знают то, что я сюда приближаюсь. И... О-о-о, начинается, ребята, веселье. Начинается. Так. Тихо. Ребята, смотрите, поезд едет. Так. Быстро. Назад. Нельзя, друзья, чтобы нас поезд сбил. Нет. Нормально так. Смотрите, мы, ребята, полетели. Красиво. Все, ребят, в принципе, так и остается. Наш подросток любил летать, взрослый любил Cartoon Cat летать, предыдущая стадия тоже любила летать. И, в принципе, ребят, и это. Просто обожает это делать. Так, ладненько, давайте мы теперь, друзья, небоскреб уничтожим. Так, и смотрите. Жесть. О, офигеть. Ребят, смотрите, просто на таран идем. На таран. Так, оу, жестяк. Ребята, понимаете, мы уничтожили целый небоскреб. Какие там танки, какие там машины, какой там город. Мы, друзья, взяли и просто разорвали целый огромный небоскреб вместе с бобами, вместе со всей техникой и вместе, ребят, со стенами. Просто взяли и снесли его. Так, ребят, получается, все, танки мы тоже уничтожили, вон самый-самый последний. Короче, да, друзья, в принципе... На этом, наверное, наша сегодняшняя эволюция уже подходит к концу, потому что, ну, сегодня, ребят, прям реально сочная серия получилась, сколько всего было, и эволюция у нас сегодня, ребят, была, и эпичные полеты, и эпичные всевозможные взрывы, и погони, и чего, ребят, только не было. Конечно же, друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите, друзья, на колокольчик, ну и мы, конечно же, ребята, встретимся с вами в новых роликах, в новых, ребята, сериях. Всем пока.